Нужно что-то, кроме русского мира, и это очень нужно, потому что, что сейчас в Украине мы могли посмотреть, как это кончится, если, если этот pressure, это давление этого так называемого русского мира начинается, и как это может кончиться. Вопрос в том, что для вас это как бы против русского мира, то есть необходима какая-то информационная работа против русского мира, или это другие какие-то стратегии? Я думаю, что это не против, вообще не против кого-нибудь, но если ты даешь альтернативу, это тогда меньше шанс для этого русского мира. Потому что это абсолютно фальшивая, это абсолютно неправдивая идеология. Это какая-то ложная идеология, которую придумала имперская идеология, которая придумана. Она, чтобы одурить мозг людям. Так что я думаю, что если людям показывают что-то другое, то тогда они поменьше будут верить в это. Они будут